На озере Вейсове на славянском курорте обосновалось около сотни белоснежных красавцев-лебедей. Стая птиц чинно плавает в водах озера и копит силы перед перелетом. А возможно, большая часть семейства пернатых останется в наших краях на долгое время. Кстати, озеро Вейсове уже стало традиционной кормовой базой для лебедей. Огромные стаи там собираются каждую осень и даже зиму. Со временем дикие птицы стали ручными, подпускают к себе людей, потому что ждут очередную порцию вкусняшек. Если вы захотите покормить лебедей, пожалуйста, не давайте им хлеб и другие хлебобулочные изделия. Лебедей можно кормить овсянкой, овсом, просом, пшеницей или ячменем, а также мелко нарезанными овощами. Озеро с лебедями находится на окраине города. Вокруг царит тишина и покой. Поэтому, если устали от местного шума, суеты и стремитесь к душевному равновесию, советуем найти время и посетить этих птиц вечной и неизменной красоты и любви.